Я не заехал. Я сразу тоже туда, в левый раз. Да, они не поедут туда. Сейчас, блядь, на трассе работаю, держу. Ну, хотя бы кружок проеду, просто мне так плохо. Да не, сейчас ты расходишься. В лесу большая затяжная гора. Так, старту, вторая линия, класса про, пошуми, поддержи спортсмена. Thank you.
хочу все передохнуть. Пока меня перегоняют, потому что я, в принципе, наверное, один круг проеду без эндуропарка. Покажу вам в обратную сторону, какой это трек. Сейчас карьер еще проехать. Он тут в разы скользее, не труднее. Но должны заехать. Так что смотрите, что будет дальше. Ha ha ha!
Блять, вчера намного легче было, да? Да. Карьер вообще быстренько проехался, а тут еще грязь в два раза больше. Болото. Лёх. Курист, блин. Я хоть поснимаю. Мне в эндуропарк не хочу ехать. Золотовая, да? Рома, Руслан и Нура, подписывайтесь от Эндуромастера. Подписывайтесь на Руслана. Куда тут ехать? Сегодня снимаешь, да? О, стало. Тут ехать? Хрен его знает. Это недавно безумие. Единственный совет. Куча козьяк. Куча просто. На какой? На первый, на второй? Лучше на второй. Там не нажал себе на автомат, и у тебя нету. А рука, я смотрю, у тебя прям. У тебя, наверное, зажалась. Глушилка. Что тебе помочь? Что тебе сделать? Морально. Морально? Давай, пиздуй, блядь! Сейчас я грязи возьму и накидаю. Понакупаю ты, понимаешь? А скилла-то не купил? Не купил. Да тебе нормально заезжаю. Я шучу, нормально, молоток. Идет секундомер в этом? Бля, подожди. Там рядом окно. Один Х 50 просто, и все. И больше ничего. И... Бля, есть? Берешь, ты тянуть. Трос есть? Блядь, трос. Женя, он, бля, машина. Лучше спустись из боку. Не буду. Да, е, молодец. Собрал. Я забыл, в машине, думаю, я ж не видел трассу. Еду такой, думаю, ну, взяла мотоцикл, уже двери закрыл, все, мотоцикл, подножки нету, куда его поставить? Нахуй этот трос, да, кому помогать? Ты не помогаешь просто. Бля, представь, ему тяжело. А то я не... Сейчас будет.
Не, нормально. Дыхать эти 100 килограмм. Что, ты снимаешь? Стоишь, приехал, заплатил за видеосъемку, можно сказать. Официально представитель кого? Соревнований. Подожди, съемка ты, изнутри. Ты из Молодечного, да? Конечно. А, фонтан будет. Не, не будет. И это КТМ 20-го года, наверное. Такая вот гонка была. Первый день, в общем, я проехал 3 круга. 1 лайт, 2 харда. Кайфанул, в принципе. Парк ехал, все препятствия ехалось, в принципе, нормально. Вот. А сегодня я сомневался, ехать ли мне вообще, либо нет. И решил, что, ну, проеду, наверное, 1 круг. Потому что, вот. Проехал 1 круг, много останавливался, снимал разные горки. И вот сейчас финишировал, еще 20 минут до финиша осталось. Вот, поэтому смотрите, что получилось. Ставьте лайки, делитесь, колокольчик и прочее.